Какой день рождения без веселья? Но для некоторых из этих деток самый важный день прошел незаметно. Они растут в семьях, попавших в сложную жизненную ситуацию. Поэтому не всегда родители устраивают и масштабные дни рождения с гостями и угощениями. Зато работники социальной участковой службы с радостью проводят для своих подопечных различного рода мероприятия. И в этот раз решили сделать большой, общий день рождения на 14 именинников. Чтобы наши дети почувствовали вот именно семью, а мы семья. И мы вот как бы с этим направлением, я и сама стараюсь именно вот доброта, вот исключительно только вот и сотрудникам своим говорю, что исключительно доброта. Я думаю, что 14 человек почувствуют семью, почувствуют тепло, почувствуют доброту, любовь, подарки. Клоун, веселье. С тех пор, как в жизни этих детей появилась поддержка со стороны сотрудников социально-реабилитационного центра «Семья», улыбки на их лицах стали появляться чаще. Хоть и не день в день, но они получили возможность широко отметить свои дни рождения. Не у каждой семьи появляется возможность позвать на праздник аниматоров, а этих ребят развлекал, пожалуй, лучший клоун Ленинского района. Атмосфера была такая добрая, хорошая и по-настоящему семейная. Как называется этот центр? Развеселить клоуну удалось даже самых смурных именинников. Каждый, без исключения, принял участие в играх и конкурсах. И чтобы до конца соблюсти традиции празднования дня рождения, ребятам подарили плюшевых мишек. Необычный праздник, очень весело, очень такая атмосферная ситуация, как бы люди все такие веселые, позитивные. Всем спасибо. От души повеселившись, именинники проследовали к сладкому столу, где для них были приготовлены угощения. Праздник продолжился за чаепитием. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.